Подушечка мягкая, но вы не превращаете аккорд в арпеджиатор. Та-да-дам, та-да-дам. Значит, мягко, но максимально по трем струнам одновременно пытаемся ударить, да, чтобы аккорд звучал не та-да-дам, а сразу есть. Да. Еще разок. Бас и балалайки. Четыре такта первой цифры. Уже мягче. Хорошо. Молодцы. И... У вас ля до фа, да, вот отсюда. Понял откуда? Раз, два, три. Ребята, смотрите, давайте такой сделаем эксперимент. Вы, у вас такая красивая партия, контрапункт, можно сказать, да? То есть у нас есть основная тема. А ваша тема не менее красива, она не так важна, она не на первом месте, но она очень красиво поддерживает тему. И домра, у меня такой тембр, как человеческий низкий голос, да, домра ай. Сейчас играем свою партию и поем ее закрытым ртом, немножечко мычим. Да, кто в каком диапазоне, кому удобно, пробуем. Только бас и домра, третья цифра. Раз, и два, и три, и... Баяна, мне нужно там, где ваши аккорды, чтобы это был хорал, который вступил после соло, после хода, да, вот этого соли, а си, ля, соль. Одновременно все четыре баяна аккорд взяли, цепко, мягко при этом. Баяны с басом вместе, пятую цифру. Раз, и два, и три, и раз. Хорошо, сначала у нас идет четкий ритм. Если не будет ритма, музыка рассыпется. Одна сыграла в одном ритме, другая в другом, темп кто-то сдвинул. И все, вас пять, а уже рассыпается. Вот сейчас вы очень хорошо посчитали. Теперь играем то же самое, добавляем добрые балалайки, третья цифра. Я не дирижирую, сами каждый себе считает. Раз, и два, и три, и каждый себе считает, понятно? Третья цифра, и... Мягко. Раз, и два, и три.
падают. Не ускоряйте эти ходы свои. Та-та-та-та-та-та. Тяжело, с оттяжечкой. Даже немножечко можно замедление. Да, не летите вперед. 2 до 7. Все вместе, 2 до 7. 1, 2 и 3. И... Thank you.